Очень интересная коробка. Очень интересная коробка. Интересна она чем? А тем, то, что здесь находится китайская еда. Что в плюсе? Здесь ассорти. Я не знаю, что здесь конкретно. И от этого становится еще интереснее. Давайте все это дело разложим на столе. Давайте все это дело посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Продавец не обманул. Положил 20, как и обещал. Да, стоит это, ну, там где-то порядка 1000 рублей. Реально, в Китае это стоит, наверное, ну, там вообще какие-то сущие копейки. 2016-08-22. У них, по-моему, дата производства указывается. Будем надеяться, что это не просрочено. Почему? Потому что мне это нужно будет кушать. Мне это нужно будет кушать. А перед этим нужно будет поискать прямые ссылки на все на это дело. Потому что, когда я буду кушать, после этого я буду там рассказывать свои впечатления, ощущения, да, на что это похоже. И давать вам ссылки на там, ну, там, например, вот это окажется очень вкусным, интересным. Скажу, вот это берите, остальное нет. Да, и сможете по прямой ссылке это заказать. Немножко, наверное, будет боязно, конечно, все это дело хавать. Потому что абсолютно непонятно, что это. На что это будет похоже. По-моему, это чья-то шея, судя по рисунку. Ой, гадость. Гадость, ужас, ужас, гадость. Что-нибудь вы из этого ели? Напишите, если что-то прям вот сильно ужасное, то вот там, Миша, не кушай это, не надо. Вот это, наверное, будет самое простое. Да, значит, ребят, скоро в разделе «Еда» появится открывание, поедание, ну и какие-то отзывы про вот конкретный продукт. Интересно, заходите. С другой стороны, ну, возьмите и закажите себе вот такую вот упаковку, какой-то разной дряни неизвестной, да, ну и закрытыми глазами подегустируйте, если вам азиатское нравится. Если вы вот не выдерживайте запах, который больше похож, наверное, на мочу какую-нибудь там кошачью, то лучше, наверное, этого не делайте. Мне это интересно, мне это прикольно. За сим, думаю, видео можно заканчивать. Это у нас получилась первая распаковка за октябрь месяц. Ну, ждем, что будет дальше. До скорых встреч!